Привет, это Эдуард Браш, мы продолжаем серию уроков по Photoshop, и сегодня я покажу вам, как работать с текстурами. Итак, мы открываем фото, находим какую-нибудь текстуру, которая нам нравится, возьмем вот эту, перетаскиваем ее на нашу фотографию и режим наложения меняем на Multiplay, в данном случае, так как снимок сделан на светлом фоне. Вот, в принципе, у нас уже получилось то, что мы хотим. Если нам нужно поменять цвет, мы можем наш снимок перенести сверху и режим наложения поменять на Color. Тогда текстура примет цвет фотографии. Итак, вот как было, вот как стало. До новых встреч!